В Омске открылась международная выставка «Формула моды». В этом году она проходит в рамках масштабного форума «Омская арт-резиденция». Он организован на базе Омского государственного технического университета. Генеральным партнером выступила Межгосударственная корпорация развития. «Формула мода» в Омске проходит уже в 21 раз. В этом году участников 50. Они представят свои коллекции на галапоказе. Там ожидают ведущих экспертов моды. Напомню, что в рамках арт-резиденции также проходит фестиваль парикмахерского искусства, неделя урбанистики, кинофотофестиваль, открыть лекторий. Отмечу, что на открытии выставки «Формула моды» присутствовал и новый министр культуры региона Юрий Трофимов. Это первое масштабное мероприятие, которое ему довелось посетить, будучи в этой должности. Любое молодежное движение всегда свежее, всегда задорное. И если мы имеем в виду именно арт-резиденцию, омскую арт-резиденцию, это еще и настоящий дизайн, настоящее искусство. Его должно быть больше. Арт-резиденция заявила о себе, она идет хорошим темпом в этом году. Я уверен, что она будет продолжаться.